Лопатов. Вновь Романович. Андрющенко бросает. Какой бросище-то у Романовича. Романович накатывает Андрющенко. Андрющенко бросает. И да, какое же классное подставление от Павла Боярчука. Бросать вновь на Романовича. Ждет ответную передачу, но накатывает Романович вновь под Андрющенко. Бросок. И где там шайба? Шайба влетела все-таки в ворота. Ну, как же так? Это двукратное преимущество. Но опять же, отмечаем Андрющенко. Да, смотрите, что он тут делает. Он показывал всем видом, что будет искать передачи Романовича там или кого-то. Единственное, остается понять, дотронулся ли здесь до шайбы поддубный, или она после вот этих движений... Да нет, дотронулся, причем не поддубный, а Павел Боярчук. Это выбрасывание выиграно. Андрющенко. И вот дальше бросок. Добивание. Боярчук. Первый хет-трик в этом сезоне БТР Экстралиги. Павел Боярчук. Встречаем. Павел Боярчук. Бросок Ипатова. Капский перед собой отбивает. Но тут уж, знаете, Капский...